Привет-привет! Сегодня будем собираться вместе с вами, и героем этого видео станет вот это вот тональное средство. Опять же, в каких-то видео я, конечно, его уже не раз показывала вам. И почему я решила записать опять такой отдельный ролик, показать вам нанесение, показать и доказать по большей части то, что на самом деле для меня лично это средство отменное. И я его просто обожаю. Я влюблена в вот эту вот основу 24 часа стойкости. И на самом деле она держит ее по максимуму. Я была, конечно, крайне, так сказать, удивлена, когда в том видео о бюджетных аналогах люксовой косметики я показала вот эту вот основу, и очень поступило довольно много мне комментариев о том, что не то чтобы мне эта основа не подошла, да, а все было в таком ключе, стоит вот верить ей, это преувеличение, бред полный, ужасная основа, окисляется, желтит. Девочки, мне обманывать нет смысла. И когда, если вам что-то не подошло, это не значит, что это тональное средство плохое. Почему я сейчас делаю на этом акцент? Вот из-за таких комментариев не нужно сбивать с толку. И хочу посоветовать тем девочкам, вы сначала попробуйте, но не пойдет, ну а что делать? Всегда только методом проб и ошибок мы можем найти себе средство, которое нам подойдет. Да, я вот очень много искала из бюджетного. Это пока самое лучшее. И она на такой водной основе, которая для вот такого типа, как у меня кожа, да, комбинированная, склонная к жирности, она лучше всего лежит. Поэтому всегда пробуйте, не ориентируйтесь на мнение, кто что пишет. Конечно, нужно прислушиваться. Также, может быть, не факт, что если мне подошло, и вам подойдет. Сейчас я наношу таким влажным спонжиком. Меня многие всегда спрашивают, Ин, каким средством ты наносишь эту тональную основу? Девочки, я наносила ее периодически кисточкой Кабуки, той плотной самой от Sigma, моей старушкой верной. Я вам могу сказать с полной уверенностью, что бьюти-блендер, он, конечно, выигрывает, он всегда распределяет намного круче любую тональную основу, и в данном случае с этой основой он работает просто идеально. Посмотрим вечером, после активного моего сегодняшнего дня, как она будет выглядеть. Поэтому я лишь просто вам советую и хочу вам доказать, что на самом деле эта основа ни капли на мне не окисляется. Мне захотелось разобраться и просто показать, что на самом деле я никого не обманываю, не преувеличиваю, да, по факту эта основа не то, что она мне не желтит, она даже немножко выбеливает мое лицо, учитывая, что у меня кожа не самая светлая. Вот я вам покажу с пипетки, я прям так на руку, да, чуть-чуть переношу, посмотрите, она какая прям жиденькая, она прям такая легкая, прям, ну вот, тонированная водичка-водичка, но при этом дает такое хорошее перекрытие. Я просто обожаю, обожаю эту основу. Еще раз вам повторюсь, что я обязательно возьму в 0,20 оттенке на лето. Сейчас закажу. Периодически эта основа пропадает с продажи. Ну, как бы, да, ее тут нет в наличии. Я ее заказывала на Озон, если кому интересно. Это не реклама, это на самом деле я периодически оттуда что-то заказываю. Поэтому эта основа была в наличии, мне удобно. Я ее забираю в пункте выдачи у нас. Доставка там от 800 чем-то рублей бесплатно, я там кое-что еще брала, поэтому у меня как бы нормально выходит. Мне нужно чуть-чуть потемнее, наверное, девочки, видео сделать, потому что у меня очень слишком высвечивает. На самом деле на камере я белая. Сейчас я вам поменяю настройки, от камеры очень много зависит. Вот сейчас более правдоподобно смотрится, да, как, в принципе, волосы только вот темнее выглядят. Но вот я говорю, тут с настройками камерами очень трудно. Если кожа хорошо увлажнена, никаких шелушений она не подчеркнет. Поры не подчеркивает, при ближайшем рассмотрении нету эффекта маски, как от дешевой основы. Если сверху припудрить еще, то вообще будет идеально. Кстати, пришло оповещение, что в Эльдебате сейчас онлайн-магазин, скидки довольно хорошие, и, например, на Lancome продукцию 35%. Поэтому я думаю, почему бы не взять их тональник. Не знаю, 2700 он идет уже со скидкой. Конечно, это не дешево, но с другой стороны, да, там как бы эффект более лощеный. Да. Для каких-то таких случаев, когда тебе нужно выглядеть прям вот с иголочки, вот подчеркнуть красиво, да, кожу, сделать хорошую основу, то, конечно,
можно взять и подороже, чтобы такая была еще. А вот так на каждый день, периодически, это снова отлично работает, знаете, вот как такая рабочая лошадка. А также хотелось бы какой-то, конечно, консилер взять, потому что арт-визажистки у меня есть, но мне не хватает, опять же, вот этого лоска, да, потому что когда консилер подороже, с таким мягким, но довольно плотным перекрытием, вот он прям классно выравнивает кожу под глазами, просто у меня маг был, единственное, что он сушил, да, кожу под глазами, но когда ты его наносишь, ты вот просто свежачок первой степени, ты моложе на несколько лет становишься, поэтому в таком случае хочется, конечно, такие средства все равно иметь под рукой, на всякий пожарный. Далее, девочки, пока пудры я ничего не закрепляю, естественно, оставляю так. Ощущения прекрасные, в помещении нахожусь, нету эффекта такого, как будто бы хочется смыть, потому что бывает после BB-кремов, после каких-то тональных основ чувствуется эффект такого, знаете, как будто бы вот я в парнике нахожусь. На самом деле нет, кожа дышит очень легко. Не ощущаю совсем. А далее, карандаш для бровей. Тоже хочу вот из такого новенького с вами вместе потестировать. Я его уже один раз использовала. Это от Eva Mosaic 04 номер. Щеточка хорошо расчесывает. И карандаш сам у них в виде вот, автоматически, но он в виде такого грифеля треугольного. Единственное, девочки, оттенок мне темноват немного, да, то есть он делает меня угрюмой. В данном случае я его буду использовать только вот для прокрашивания внешних хвостиков внешних, тоже я сказала, конечно. Вот эта форма грифеля может быть неудобной, но вообще как бы таким очень удобно. Она очень тонко рисует бровки. Вот я сейчас затемнила, чувствую, что еще темнее становится картинка. Наверное, опять придется настройки менять. Билась, я позвонили мне о том, что пришел мой заказик на пункт выдачи, можно забрать. Кое-что из ухода взяла по скидочкам, потому что у меня много все закончилось. Взяла аптечное в этот раз, но в общем обязательно вам все покажу. Светлым оттенком. Это у меня получается из моей палеточки Анастасия Beverly Hills. Почему я ее использую? Я хочу сейчас активно ее закончить. У меня здесь прямо дырочки совсем. Вот. Но даже вот это средство, сколько у меня здесь есть, я так понимаю, что мне еще надолго хватит. Так, самый светлый беру. Меня, кстати, просили снять видео, девочки, как я оформляю брови. Знаете, я как-то даже и не знаю, а надо ли это. Далее, девочки, возьму такой карандашик, здесь хайлайтер и шиммер 2 в одном, давненько его как-то показывала вам, использую каждый день при окрашивании бровей, редко когда про него забываю, в основном, да, такое, потому что он очень хорошо подчеркивает, да, бровь приподнимает, поэтому я прям подсела вот на это средство, сейчас аккуратно нанесу. Растушую, естественно, это все. Су консилер. Арт-визажистский. Довольно такой легенький, он не сушит кожу под глазами. При этом, в принципе, так неплохо работает. Мне нравится, что он в течение дня не скатывается. Ничего с ним не происходит. Возьму, девочки, из Naked 2 вот этот оттенок усталости, вот такой вот серо-коричнево с таким холодным подтоном. Так, где моя кисточка? И нанесу его буквально немножко в складку века. Что, девочки, расскажите мне, напишите в комментариях, начали ли вы смотреть какой-то турецкий фильм по моей рекомендации. Я вам говорила о Кара Денис, это «Расскажи мне, Черное море», и о «Черно-белой любви», я вам тоже ее рекомендовала. Если смотрите, напишите ваше мнение, мне будет интересно,
послушать. Очень многие девочки до сих пор мне пишут. Особенно, когда вы рекомендуете мне какие-то посмотреть сериалы. Но, конечно, тут нужно довольно много времени на это выделять. Поэтому, девочки, как могу, пока эти два фильма смотрю, по вашим рекомендациям обязательно посмотрю и те фильмы тоже. Наношу тушь. Это 3XL. Часто ее использую. И Faberlic. Как раз реснички, девочки, хочу с вами еще, знаете, о чем поговорить. Тут довольно часто в последнее время мне пишут о том, что, боже, как ты быстро разговариваешь. Как ты тараторишь. Просто нифига не понятно. Девочки, ну я вот так разговариваю в жизни. Я редко разговариваю медленно. Я разговариваю быстро, я хожу быстро. Я не могу себя переделать. Я не знаю, как мне быть. Я стараюсь не торопиться. Ну что поделать, я не знаю. Я не могу себя вот так прям взять и переделать. Мне уже столько лет. Я всегда так разговаривала. Но как-то раньше я не получала таких комментариев. Ну, наверное, просто меня не хотели, может быть, обижать. А вот теперь я вот так вот получаю. Но, с другой стороны, вы знаете, я не обижаюсь на это, нет, нисколько. Я, наоборот, благодарна всем. Я как бы буду смотреть на эти минусы и стараюсь себя где-то там придерживать, да, стараться не торопиться. Вот, например, если я как зритель, да, смотрю кого-то из блогеров, конечно, мне приятнее, когда и к ушам приятнее, и все это укладывается информация, когда человек более сдержанно рассказывает. Не знаю, но как можно не любить вот эту тушь? Она такое хорошее удлинение делает ресничкам, и при этом выразительные, они такие вот раскрытые, взгляд распахнутый. Так, это я все нанесла. Дальше. Я, конечно, немножечко сейчас все зафиксирую пудрой. Пудра у меня вот эта такая Шисейда, тоже уже малышка почти заканчивается. Многие девочки писали мне о том, что Инна, ты в курсе, что ее сняли с производства? Думала приобрести вот эту вот зелененькую компактную Клиник. Очень ее хвалят. Попробуйте, кстати, вы, если вы сейчас в поисках. Потому что говорят, там, в принципе, цена-качество отлично. И очень хорошая пудра, на самом деле, жирный блеск держит. Ее можно и самостоятельно наносить в теплое время года. Поэтому, наверное, ее, скорее всего, ее приобретут сейчас в конце весны. Далее я сейчас нанесу на губы. Хочется побыстрее освежить свой образ, потом уже сухие текстуры другие. Да и буду. А потом уже нанесу другие сейчас средства, а потом уже контур и румяна. Блеск Butter Gloss от Mix. Обожаю. Потому что, когда хочется натуральненького, свеженького, то он, конечно, сейчас меня очень выручает. У меня оттенок Моделин. Кому интересно, посмотрите. Очень красивый. Суперский. Конечно, липкий. Это его минус. Далее, следующие девочки, хочу нанести я, конечно же, бронзер, чтобы стать немножечко поживее, чтобы лицо было. Но при этом, вот, все же как, вот, вот смотрите, вот я сейчас закрываю рукой свет от окна, да, и видите, вот все равно, да, как бы получается по приглушению оттенок. На самом деле я не такая белая-белая, как вы меня сейчас видите на камере. Я не могу с этими настройками, это ужас. Кисточка своей, как обычно. Сначала я наношу девочки более так, не заморачиваясь, посильнее. Как показывала Наталья Шик, я теперь делаю по ее приему такому, да, небольшому трюку. Значит, наносим, особо не соблюдая сильненьких границ. И потом мы берем, например, какую-то более, сейчас я не взяла, кисточку, которая может быть чуть-чуть поменьше, либо посильнее набираем. Но я набираю, вот, например, в данном случае, если кисти нет под рукой, на эту же. И на самый вот этот вот кончик острый и более плотно цвет сюда вот заношу вот в эту область. Тогда это будет все выглядеть более натурально, чем нанести сначала жирную полоску, а потом ее растушевывать. Не знаю, видели вы или нет у нее этот прием. Но так на самом деле получается лучше. Далее, следующее. Я, конечно, нанесу сейчас румяна. Значит, румяна Nars. Я прям вот так активно сейчас ежедневно использую. Очень освежают. Просто обалденные. Я их обожаю. Пигментация, передача цвета, как они держатся. Вот если вам что-то нужно такое вот стойкое, хорошее,
работающие, вот с румяна бюджетным мне очень трудно какие-то порекомендовать вам. Вот в данном случае нисколько не жалею, что я их приобрела. Очень компактные, при этом работают для меня на 200%. Порекомендуйте, девочки, ваши любимые румяна. Помню, Наталья Ши, кстати, советовала Клиник, Чикпоп, или как это они называются. Тут были скидки на Эльдебате, онлайн-магазин. Я что-то, знаете, так хотела их кинуть в корзину. Выходили они там 1098, как-то так, со скидкой уже. Но я что-то, девочки, не рискнула, не знаю. Почему-то я оставила эту затею. Там у них, кстати, часто бесплатная доставка. Прям сегодня какую-то рекламу этому сайту делаю. Чуть для сияния вот этот вот от Faberlic. Бронзирующий хайлайтер. То есть вы можете его использовать как на все лицо, так и на выступающей части. Кстати, вот эта вот кисть, она, конечно, очень качественная. Я ее обожаю. С тех пор не окислился, очень натурально смотрится, поэтому будем наблюдать, как он себя поведет в течение дня. Но я тоже знаю, что будет все отлично. Поэтому поверьте мне, одна матирующая салфетка максимум в день вам обеспечена. Вот, ну давайте смотреть за результатом. Давайте приближу камеру поближе и посмотрим, как это выглядит более вблизи. Итак, девочки, с момента нанесения прошло 7 часов. Представьте, это довольно хороший такой период, учитывая, что я была в душном помещении, да, довольно долгое время. Потом выходила на улицу, где был сильный дождь. И в личном состоянии тон, он никуда не потек, он не скомкался, он не провалился в поры, он не потек с Т-зоны. У меня нет такого, что там желтая разница шеи, как говорили, окисляется. Просто он идеально сидит. Как прибитый. И за 490, думаю, не грех его купить. Может быть, даже где-то в каких-то магазинах дешевле. Спасибо огромное всем за просмотр. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. И всем пока-пока.